Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу показать, как чувствует себя орхидейка, которую поломал котик. И прошла уже неделя. Вот сама орхидейка себя чувствует неплохо. Цветонос она не доращивает. Так как поломался, так он и остался. Вот видите, в таком состоянии и стоит. Будем применять стимуляторы роста. Цветочек, который отломал котик, стоит в водичке, до сих пор цветет. Эти цветочки уже начинают отцветать, но он еще не сбросил ни одного цветочка. Цветет и радует меня, как будто бы на цветоносе. И хочу показать еще вам одну орхидейку, которая у меня распустилась. Вот эта орхидейка, которая распустилась. Я дождалась уже распуска ее всех бутончиков. И эта орхидейка называется Чармер. Видите, как она прекрасна в солнечном цвете. Цветет и радует. У нее такие насыщенные цвета. Серединка ярко-малиновая, а ободочек желтый. Я ее убрала с солнца, чтобы показать вам ее красоту насыщенной. Смотрите, какая она красивая. Какой она, у нее красивый язычок. Замечательное растение. Это растение неприхотливое, но цветет постоянно, выпускает цветоносы с пазух листиков. Корневая у нее тоже хорошая. Я ее просто вынула из горшочка, поставила в кашпо и немножко торфа сверху поставила, а там немножечко керамзита. И она прекрасно себя чувствует, эта орхидейка. Вот видите, с каждого пазуха листиков она выпускала либо цветонос, либо корешок. И вот она меня порадовала еще таким цветением. Она цветет долго, цветочки плотные на ощупь. И выпускает цветоносики часто. Видите, как хорошо. Если кому попадется этот сорт Чармер, берите, не пожалеете. Вот у меня еще одна орхидейка уже начинает вот-вот распустить свои бутоны. Как только распустит, я вам сниму видео. Ее название я не помню, на горшке не написано. Я не подписала. Ну, корневая у нее неплохая, видите, растущие корешочки, зелененькие. Все у нее хорошо. И главное увидеть, какой цвет бутончики распустятся. Вот уже скоро-скоро. Очень интересно, какой цвет. Я могу, конечно, прижать и посмотреть, но делать этого не буду. Я ей просто поставлю в горшочек искусственный цветочек. И таким образом украсила свой горшок. А также у меня есть растение, вот орхидейка «Дикий кот». Он очень дикий. Он распустил свои листья, упал у меня, сломал листочки. Это я все подрежу. На бок вот так переворачивается тяжелое растение. Листья у него сильно длинные, плотные. Поэтому я что-то полюбила больше мультифлорки. Он красивый, я от него не откажусь. Он выпустил много цветоносов, но пока эти цветоносы застыли, тоже будем стимулировать распускание этих почек, чтобы они не были в таком состоянии. Все вам покажу, расскажу. Будет очень интересно. Всего вам доброго!